вот в первый день, такой 20 числа, возникла такая дилемма. Значит, о ком читать? О евреях или о сотрудниках госбезопасности? Потому что как-то только евреи могли соединить в один день еврейский праздник и праздник города. Но, вы знаете, вот сегодня, если в тот момент у меня сомнений не было, то сейчас эти сомнения все-таки обрели такую реальное воплощение, потому что на сцене сейчас выйдет группа, в которой играют аж три бывших сотрудника. И сотрудника! Ну, бывших. А солдата? Бывших солдат, да. Солдатов органов. И, кстати, да, Вадим Юрьевич тоже. Отдал, да. Раскрою вам секрет. Совершенно секретно. Отдал. Сколько ты отдал лет? Полтора года? Полтора года. Пока вы дали отцу. Но, тем не менее, расскажу все-таки о евреях.